да, дружу. Я наверху. Московский кредитный банк встречается с РТРС. МКБ в белой форме, РТРС в синий. У РТРС сегодня уже увидели мы победу над Нарде с минимальным преимуществом в счете 1-0. У МКБ посмотрим, как дела обстоят после первого тура. Плохо обстоят дела. Два поражения. 1-3 от Русал и 1-2 от банка Тинькофф. Ну, в первом туре соперники были сложные, поэтому, может быть, и результаты такие. Ну, сейчас в матче с РТРС нужно нагнать все потери. В РТРС сейчас быстрая атака получилась, зарядил их тренер на эту игру. Они себя сами зарядили тремя очками, и вот на этой волне успеха собираются смести Московский кредитный банк. И силы можно РТРС не экономить. Это для них на сегодня заключительная встреча. А вот МКБ предстоит еще играть против МТС банка и против Тинькофф. Решил плечом седьмой номер РТРС пробить. Какой нанести удар в стиле Криштиану. МКБ контролирует мяч здорово, но вот как только переходит через центр, попадает под мощнейший прессинг соперника. Очень быстрый темп взяли команды. На скамейке МКБ сегодня удивительно много народу. Три человека готовы выйти в поле. У РТРС скамейка еще длиннее. Там 5 или 6 человек находятся. Горячев отыгрывает назад. Игровое столкновение обошлось без травмы, без нарушения правил. По фолам пока 0-0. Такие же цифры, как и счет матча. Такие же. Thank you.
Сам думаешь, почти без моментов. По одному удару команду нанесли. Это за 5,5 минуты игры. Первую угловую сейчас от МКБ увидели. Ну, то есть вообще игра пустая, в основном вся борьба в центре. И момент вот сейчас по-настоящему опасным был РТРС. Надо сказать, что они смотрятся явно не хуже МКБ. Но вот два сезона назад можно было представить, что наступит такой момент? Вряд ли. Ну и надо вспомнить предыдущие матчи команд. Так, вот перед глазами статистика личных встреч. 3-0, 3-0, 2-1. Все победы МКБ. РТРС строго от обороны действует. Удар горячего. Хорошую комбинацию футболисты МКБ показали, и угловой, там какое-то минимальное было касание, но арбитр его увидел. Вот количество угловых заметно растет у МКБ. Нужно вводить мяч в игру. Повнимательнее быть вратарю. Он нервничает. Работы у него, как я уже сказал, прибавилось. Здесь бы отдышаться. Но будет перерыв. Там можно будет дух перевести. Первый фол у РТРС. Перерыв при счете 0-0. Второй тайм. РТРСовцы решили сразу пробить после розыгрыша мяча в центральном круге. Статистика первого тайма в пользу МКБ. За счет того, что удалось им забрать концовку у банкиров.
5 ударов. И еще 5 ударов в створ и 5 угловых они подали. А вот сейчас РТРС все очень четко и хладнокровно сделали. Будто бы это они, а не МКБ, там, 5-й или 7-й сезон проводят. Кто у них, блядь, один? Горячев видел, что партнер освободился, а на углу поля. Вот здесь проблемы с обработкой мяча возникли. Неожиданно как-то. Перед тем, как уйти, да, я скажу. Вратарь РТРС, просто невероятное спасение сейчас. Ну, я отметил. Совершил. Ах, тяжело приходится вратарям РТРС. Что не матч, то обилие работы. Сидим много. Горячий. Период получился через все поле и, по-моему, сразу пытался 11 номер пробить, как хидро поставив ногу. Горячий. Оказывается, что нам просто некому давать, только назад отыгрывать. Какой в этом смысл, когда МКБ уступает? Здесь уместнее было бы, ну, вратаря, конечно, снимать, когда и так 5 человек в поле. Средненькое решение. Но как иначе усиливать игру? Атака МКБ, ну вот настоящий шанс, и все пролетели мимо мяча, и свои, и чужие. Тайм-аут берет РТРС. Мне на самом деле жалко, да, что МКБ у них... Вперед, но у меня
пролетел перерыв, здесь ошибается РТРС. Второй пас вратарю, будет свободный удар. Стандартами МКБ во все времена было в порядке. Короткий пас, удар не последовал, вот только сейчас бьют и в защитника мяч попал. Горячий, правильно, был шанс. Кто-то сразу не подошел, сейчас КБ сыграли без этого. Вот забил бы сейчас РТРС второй, что бы тогда делал Московский кредитный банк. РТРС все от обороны. За второй тайм один удар в створ. А нет, поправка. Три удара в створ каким-то образом официальная статистика насчитала. Ну, явно они были не самые опасные. Иначе мы бы запомнили их лучше. Седьмой номер РТРС. Но мы уже не первый раз его замечаем в попытке сыграть изысканно и эффектно. Активно ротирует состав МКБ. Высокий темп, взятый на игру, вынуждает. Тайм-аут берет теперь МКБ. Матч, МКБ выпускает полевого игрока вместо вратаря, и что он вообще не торопится возвращаться назад. Ворота-то пустые. Но только сейчас вратарь вернулся на место. Еще один опасный момент у РТРС. Главное им чрезмерно не увлекаться нападением, потому что МКБ только этого и ждет, когда соперник раскроется. Чуть залипать начинаю.
Держать мяч сейчас РТРС надо. Штанга после мощнейшего удара. Пошла последняя чистая минута. Против горячего здесь фалили. И пытаются во второй раз фалить. И в третий это уже удается. Ну что, Горячев напоминает партнерам в команде, что можно ввести еще одного игрока. Потому что за сменой вратаря футболисты МКБ забыли, что должно всего быть 6 человек в поле. Что-то что он посмотрел, а? Ворота пустые, не получается ударить. И на концовку сколько сил осталось у команд. Просто удивительно. Туда, туда, Мишаня, туда! Весь матч очень быстрый темп наблюдали. Последние секунды, мимо летит мяч, и теперь уже становится очевидно, что РТРС удержит победу и наберет еще 3 очка. 1-0.